Когалыме задержаны сбытчики наркотиков. Помощь в поимке продавцов смерти оказали бдительные жители города. Граждане обратились в дежурную часть с сообщением о шумном поведении соседа. Полицейские обнаружили в квартире мужчину с признаками опьянения от употребления запрещенных веществ. А при осмотре помещения были изъяты свертки. В них, по заключению экспертизы, находились психотропные смеси синтетического происхождения общей массой более 14 граммов, а также наркотические таблетки весом менее 1 грамма. Доставленный в отдел полиции 26-летний житель Иркутской области пояснил, что совместно с ранее судимым братом прибыл в город Когалым для осуществления закладок и сбыта наркотических средств. На момент доставления брат следовал на поезде по месту жительства. При получении информации о его причастности к незаконному обороту наркотических средств он был снят с поезда и доставлен в МВД России по городу Когалыму. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.